Неизвестный угрожал взрывом в Октябрьском округе. Об инциденте сообщили в полиции. Мужчина позвонил по телефону 102. Рассказывал о намерении взорвать подъезд жилого дома по улице 75-й гвардейской бригады. На место тут же выехали правоохранители. На территории опасных предметов или веществ не обнаружили. Выяснилось ложное сообщение о 36-летнего местного жителя. Его задержали в том самом подъезде. За несколько часов до угрозы Амич уже звонил в экстренные службы. Говорил, сожительница не пускает в квартиру. На допросе подозреваемый признался, хотел отомстить возлюбленной. Вот и позвонил в полицию. Девушка, я сейчас взорву подъезд. Что сделаете? Подъезд взорву, зайдите в полицию, пожалуйста. Чем вы собираетесь взорвать подъезд? Граната. У вас граната имеется? Да, у меня есть граната. Возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. С мужчины также планируют взыскать все расходы, связанные с работой экстренных служб.